Дорогие мои друзья, всем привет-привет, всем добрый вечер, добрый день. У нас уже ночь, у нас уже 9 часов вечера, начало 10-го. Дорогие мои, у меня на канале 300 тысяч подписчиков. Ура, ура, уже 301 подписчик. Я так этого долго ждала и немножко даже прозевала. Уже 300 тысяч, 2 подписчика. Так, Танюш. Шампанское. Сейчас мы откроем шампанское. Да не надо, не надо. Давай так, давай. Опа. Елена Марынина, я тебе поздравляю, мамулечка. Дорогие мамулечка. Мои друзья, я так рада, я так счастлива, вы даже этого не можете представить. Я купила по этому случаю бутылку советского шампанского. Сейчас не, я не ее открою. Сильно, не встряхивай сильно. Сейчас я ее открою. Открывай, наливай. Мам, пробку аккуратно. И вот, честно, я боюсь, когда вот это все дело, открытие шампанского. Да я сама боюсь этого всего дела, ну что же сделаешь. Мам, ребенок, аккуратно. Я буду стараться. Да нет, чтобы она не вылетела в глаз. Сейчас мы откроем шампусики. Надо вот так, да? Давайте я бокал даже приготовлю. Бокал, бокал шампанского. Еще бы открыть, еще бы открыть. Скорее, давай я. Нет, сейчас. Данечка, отойди от бабы. Я же на глаза прищурила. Как будто знаешь это. Как будто сейчас как долбанет, да? Ну, бабушка, с тобой Новый год прозеваешь. Ты 300 тысяч, 3 подписчика. Давай. Ура! Не могу никак открыть. Давай. Ой. Опа. О, неужели? Ура, ура, ура. Так, давай ты видишь. Опа. Ой, ой, какая красота. Какая лепота. Так, а тебе давай я налью. Я лимонадик. Лимонадик. Кристинка уже весь выдула, конечно, у меня лимонад. А я лимонадика с мамой выпью. Дорогие мои друзья, я вас поздравляю с этой знаменательной датой. 300 тысяч подписчиков. Данечка, даже мне не верится, что я буквально за несколько месяцев набрала еще 100 тысяч подписчиков. Пи. Хочется сказать... Мои хорошие, Тань, ты камеру, пожалуйста. Ага, давай, мама. Дорогие мои друзья, хочется всем вам сказать большое спасибо. Если бы не вы, то не было бы у меня столько подписчиков на сегодняшний день. Я очень вам всем признательна и благодарна. Спасибо вам за участие в жизни моего канала. Спасибо вам большое за ваши советы, за ваши рекомендации. Я все учла. Буду меняться, буду развивать свой канал именно в том направлении, в котором вы мне посоветовали. Я надеюсь, что вам понравится. Поздравляю вас, мои хорошие, с праздником. У меня сегодня праздник. Шампанское вкусное. Пей до дна. За процветание канала. Тоже я тебе. До дна. Ой, ну холодно, она еще в холодильнике постояла. Видишь, я до дна эту выпила. Ну, сок я бы тоже сразу выпила. Пей до дна. А шампусик? До дна. Ребятки, девчатки, за вас, мои хорошие. Счастья вам, здоровья, успехов и благополучия. И мне тоже, и моему каналу. Дорогие друзья, совсем еще недавно, 2 февраля 2019 года, на моем канале было 200 тысяч подписчиков. И за такой небольшой срок, за такой небольшой период я набрала еще 100 тысяч. Всем спасибо. Всем большое спасибо. Ничего, мама, мы еще будем миллион праздновать подписчиков. Всему свое время. Вот так. Девочки, выпила до дна. Выпила до дна. Я вас всех очень люблю. Спасибо вам, мои хорошие. Кто только сегодня ко мне зашел в гости... Уже 5. Подписалась 5. Кто только сегодня ко мне зашел в гости, если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. Ставьте мне лайки и включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Мне очень приятно, что сегодня, в такой день, вы все со мной. Спасибо вам, друзья. Всех вас очень люблю.
Счастья вам, здоровья, удачи, успехов и благополучия. С вами была ваша Елена. Пока-пока. Завтра вновь увидимся с новым интересным видео.